очень прошу нашу Государственную Думу принять закон о киберпреступлениях. Я сама пострадала, потому что мои изображения в интернете используются. По интернету я, оказывается, снимаю порчу, привораживаю, что я никогда в жизни не делала. И это происходит одурачивание людей лицами, которые от меня не зависят. При этом я обратилась в милицию на Петровку 38, и мне никто не может помочь, потому что отдел К, киберпреступления, который должен существовать, практически не существует в нашей стране. И интернет – это большая угроза и опасность для массы людей, а также это очень большое поле для различных мошенников. Необходимо принять законопроекты, которые ограничивали бы возможность и, опять же, присутствовало бы при этом уголовное преступление мошенников в сфере киберпространства.